Областная администрация поощрила рублем Муром Судогодский район, Александров, Собинку, Краснопламенское, Кавардицкое и Малышевское сельские поселения. В департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики составили рейтинг муниципальных образований, достигших успехов в части эффективного использования бюджетных средств в прошлом году. В качестве поощрения за хорошую организацию бюджетного процесса выделено 25 миллионов 650 тысяч рублей. Округ Муром и Александровский район получат больше всех – по 8,5 миллионов. Примерно по 1,5 миллиона отправятся в Александров и Собинку. Оставшиеся средства разделят среди сельских поселений.